Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Зима с летом сустракаются, про здоровье-ка пытаются. Ой, чалом, чалом, да тепло летейка. Ой, здорова была, да холодна зима. На гробнице главным атрибутом праздника является гробничная свеча. Каждый хозяин в старину в церкви свечу освещал и проводил в доме особый семейный обряд очищения огнем. Затем свеча гасилась и ставилась в красный угол. Зажигали же свечу по особому поводу, когда шли свататься, когда рождался младенец, во время грозы и, конечно же, в дни поминовения предков. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Вот и пришел праздник гробницы. В народе говаривали: «На гробнице сдымайте рукавицы». Несмотря на то, что февраль холодный, зимний, самый-самый лютый месяц, поговаривали, что на гробнице лето встречается с зимой или зима с летом. Есть еще какое-то время до пасхального поста. И, конечно же, можно попробовать скоромные блюда. Я уверена, что наша Елена с Полочины угостит нас сегодня каким-нибудь новым интересным блюдом. Здравствуйте, Елена. Добрый день, Степановна. Ну что, с праздником вас, гробницами. Спасибо. Скажите, что за блюдо мы сегодня будем готовить вот именно к этому празднику? Да, действительно, на Полочине в зимние праздники готовили очень интересное и калорийное блюдо, которое и вкусом своим радовало, и согревало в мороз. Так. И называлось оно «Запякуши». «Запякуши», ух ты! И название-то, как всегда, интересное, интригующее. Я думаю, что, наверное, придется нам что-нибудь запекать. Да, действительно, мы будем запекать, и это будет последний этап нашего приготовления блюда. Блюдо это, ну, праздничное, поэтому оно не на скорую руку, придется немножечко повозиться. И поэтому я думаю, что в нашу компанию нужно пригласить умелого помощника повара ресторана «Лямус» Евгения. А вот и Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Ну что, видите, у нас сегодня, как всегда, Елена радует каким-то очень необычным блюдом. Как оно называется, Елена? Называется это блюдо «Запякуши». Вкусное, интересное и очень сытное блюдо. И для его приготовления вот нужны продукты, которые у нас есть на столе. Это яйца, мука, сметана, бекон, колбаски, помидоры, лук, перчик, грибы, сыр. И, как всегда, зелени полно, зелени, да? Зелени много и чесночный соус. Итак, какие будут распоряжения, с чего начнем? Основу этого блюда нам нужно будет сделать оладушки. Поэтому, Женя, мы попросим вас сделать тесто для оладушек из муки, яиц. И мы сделаем оладушки, и оладушки будут двух видов. В один вид мы добавляем морскую капусту. Ух ты, капусту! Да. Я первый раз слышу про такое, чтобы в блины добавляли капусту, морскую причем. Конечно же, в старину морскую капусту не добавляли, туда добавляли очень много зелени. Можно было даже добавить квашеную капусту. Вот, ну, а сейчас мы добавляем морскую капусту, ее несложно купить, и к этому рецепту она приходится очень кстати. Ну что, Женечка, мы попросим вас, вы сделаете, пожалуйста, тесто для блинчиков. Но мы займемся начинкой. Я буду резать морскую капусту, а вас, Степановна, попрошу порезать соломкой грибы и бекон. Замечательно. Мелко порезать. Соломочкой. Ой, это я могу. Так, приступим. Гробницы – это переход зимы к лету. И, наверное, у Елены есть какая-нибудь песня, как раз весенняя, потому что в это время уже можно было петь веснянки. Да, действительно, на Полочине есть очень много песен, которые пелись в это время. И одну из них я с удовольствием вам спою. Так.
Благослови, мать, весну, закликать, весну закликать, зиму замыкать, зиму лютую, комору, весну красну, на улицу, на тихое лето, на буйное жито. Ой, красивая песня, действительно весенняя песня. Считалось, что именно в этот февральский холодный день может быть гроза с громом и молниями, которые дают надежду на скорый приход весны. Название праздника как раз и связано с грозой, с громом, который не бьет и не сжигает дома, а только предупреждает своим рокотом об опасности. Многие ритуалы на гробнице связывались с гробничной свечой, воск для которой всегда готовился отдельно. До следующих гробниц дом находился под защитой этой свечки, своего рода домашнего амулета. Века спустя гробницы приобрели особое значение и в христианском календаре. В этот день все верующие празднуют Сретенье Господне. На 40-й день после рождения Иисуса Дева Мария и Иосиф принесли младенца в храм, где его принял на руки благочестивый Симеон. Соединившись с народной традицией, само слово «Сретенье» приобрело дополнительное значение. Этот праздник воспринимается и как встреча зимы и лета. Ну вот, у меня все готово. Зима с летом сустракается, у нас новое блюдо нарожается. У меня тесто тоже готово. Ну и я капусту уже тоже порезала. И теперь нам нужно приступить к приготовлению основных наших блинчиков. Это тесто, которое Женя замесил, нужно разделить на две равные части. И в одну часть добавить морскую капусту. То есть у нас, я поняла, будут разные начиночки в блинчиках, да? И в блинчиках, и внутри блинчиков тоже разные начинки. Вот как. Так, теперь, я так понимаю, грибы мы можем соединить с беконом. Передайте мне, пожалуйста, Елена, бекон. Да. Нарезаем бекон соломкой. Соломкой. Я добавляю спасибо. Один. Капусточка. Да, капусточка. Женя, вы можете теперь омлетные наши оладушки выпекать. Давайте. А мы со Степаном продолжим делать начинку. Вот. Ой, как вместе с вами, Евгений, быстро время летит, и все спорится. Все, я пошел выпекать блинчики. Ну да, давай, Евгений. Да, Женечка, отправляйтесь, а мы со Степаной продолжаем делать начинку. Я буду нарезать перец соломкой. А я режу бекончик и добавляю сюда грибам. На гробнице кажут, что робятся пригожими все молодицы. Так тяни. Так, так. Степановна, я знаю, что вы знаете очень много хороших, красивых народных песен. А знаете ли вы песни какие-то весняночки? Ну, я уверена, что вот эта веснянка уже сейчас подойдет к празднику гробницы. Волгу шуе, весну чуе, Волгу шуе, весну чуе, ворон крача, сиру хоча. Ворон крача, сиру хоча, девка плача, замуж хоча. Девка плача, замуж хоча, старый крекша, жити хоча. Волбу шує, вясну чує, ворон крача, сиру хоча, девка плача, замуж хоча, старий крекча, жити хоча. Вот такая гуканье весны. Ну что ж, Степановна, пока вы пели свою песню замечательную, я уже порезала лук. Да. А песенка, кстати, ваша очень правильная, потому что, как говорят в народе, гробницы – это половина зимицы. Вот половина зимицы, скоро правильно. Наступит весна, а затем не за горами уже и лето завершится, сбор урожая, жатва, и наступят самые богатые и самые веселые свадьбы. Поэтому гробницы – это самое время подбирать себе пару. Ага. А в народе у нас очень любят это время, и молодежь очень любит игру, которая называется «Ящур». Очень часто на гробнице в деревнях устраивались массовые гуляния с театрализованным представлением и хороводами. В них участвовала вся деревня, но больше всего праздник любила молодежь.
ладу, порыхавым гости ладу, ладу. В любимой хороводной игре «Ящур», где юноши и девушки, женщины и мужчины приглядывались друг к другу и выбирали пару, до сих пор сохранился припев, который славил еще одну богиню славянского пантеона, издавна имевшую отношение к весне, к браку и молодости. Лада в славянской мифологии – богиня любви и красоты. Именем Лада древние славяне называли не только богиню любви, но и весь строй жизни – лад, где все должно быть ладно, то есть все хорошо. Ведь все люди должны уметь ладить друг с другом. А еще у славян было принято называть любимого Лада, а любимую – Ладушкой. Сколько интересных пословиц и поговорок досталось нам от наших предков. Например, говаривали: «Коли на грамнице адлига, то урожаю будет фига». Альбо такая еще поговорка: «Коли певень на грамнице напьется водицы, то волна Юрья наестся травицы». Вот какие мудрые поговорки и пословицы у нашего белорусского народа. Очень интересные. Ну вот, обе наши начинки уже готовы. И для одних блинчиков, и для других. Да, да. И теперь Евгений. Блинчики тут готовы. И блинчики красивые, какие румяные. Очень красивые, замечательные блинчики. Но для того, чтобы их начинить, начинку нужно приготовить, ее обжарить. Итак, у нас в одной тарелочке бекон и грибы. Это начинка для светлого блинчика. Эта начинка обжаривается вместе. А вот эта начинка для темного блинчика. Перец, лук и помидор обжариваются в одной сковородке, колбаска в другой, а затем это смешивается и получается начинка для темного блинчика. Хорошо, давайте я займусь. Да, Жень, мы вновь отправляем вас на кухню. Мы помогаем все это отправлять на кухню, я думаю, да? Все передаем вам, Евгений. Так, что еще необходимо с собой вам забрать? Все? Все. Ну, отправляйтесь на кухню. А я хочу сказать, Елена, вы не зря, видимо, выбрали вот такое блюдо, где в основу положены блинчики. Блин – это круг, это символ солнышка. Видимо, наши предки таким образом и закликали весну в гости. Как вы думаете? Ну, к сожалению, я не уверена в этом, но хороводы и хороводные игры как раз то, что надо. В день грамниц начинали запевать первые песни веснянки, закликать приближать приход весны. На грамнице часто устраивались театрализованные вечеринки, куда стекалась вся деревня. Устраивались игры, зимоборы, когда деревня разделяется на две партии, и они сталкиваются стенка о стенку. При этом всерьез не бьются, как на масленицу, а только толкаются и борются. А за этой игрой шли и все остальные любимые игры сельчан, в том числе и те, которые позволяли молодежи показать взаимные симпатии. На грамнице обязательно гадали, особенно девушки, о предстоящем замужестве. Старые люди внимательно следили за погодой. Скрипучий мороз в этот день говорил о том, что скоро снег сойдет, весна будет сухой, а год – голодным. Относительно теплое утро, тепло в конце зимы, капель в обед – теплая весна, а если вечером потеплело, жди жаркого лета. Вьюга, метель в этот день означали позднюю весну. Вот какой, оказывается, замечательный праздник грамницы. И сколько интересных игр и всяких песен к этому празднику было у наших предков. Ну все, наши начинки готовы. Выглядит очень аппетитно. Я думаю, что и вкусно будет. Да. Ну что ж, теперь, Женечка, вы нам помогите, пожалуйста, начинить эти блинчики. Белый блинчик мы берем, который посветлее, и начиняем начинка, которая состоит из грибов и бекона. Хорошо, давайте. На половинку блинчика мы кладем нашу начинку и поливаем чесночным соусом. Thank you.
теперь вот эту вкуснятину, наши блинчики, мы смазываем сметаной, посыпаем сыром и запекаем в духовке минут 7-10 при температуре 180 градусов. Ага, минут 10, да, достаточно будет? Сметанкой смажем. Вот как. Ух ты, ну это и красиво, и действительно вкусно, аппетитно, сытное блюдо. Вот такие вот запекуши делают у нас на полочке. Евгения отправляется на кухню, это все запекать. Мы с нетерпением ждем, потому что это будет вкусно. Из яиц, молока, муки готовим омлетную массу. Делим на две порции. Из одной выпекаем омлетный блинчик, во вторую вводим мелко нарубленную морскую капусту и выпекаем. Шампиньоны измельчаем, бекон режем соломкой и обжариваем на растительном масле. Выкладываем начинку на половинку белого омлетного блинчика. На начинку равномерно накладываем чесночный соус, закрываем другой половинкой блинчика. Перец режем соломкой, помидор мелким кубиком, лук полукольцами, обжариваем на растительном масле. Колбасу режем соломкой, обжариваем. Смешиваем обжаренные ингредиенты. На половинку этого блинчика выкладываем начинку, закрываем второй половинкой. Смазываем сметаной, посыпаем сыром. Ставим в печь на 5-7 минут и доводим до готовности при температуре 180-200 градусов. А где горы долиночки, там девочки-парабачки, ой, спяваючи, ой, гуляючи, ой, вясну красну прославляючи, ой. Ой, какое пригожее блюдо. Ну что, очень будем пробовать, наверное? Давайте. Ух ты, ну это действительно замечательное, красивое, праздничное блюдо. Приятного всем аппетита! Спасибо, спасибо. Слушайте, а блинчик какой необыкновенно нежный. Просто какой-то воздушный, я бы сказала. А как вам, Евгений, это блюдо? Вкусное. Вкусное, действительно удивительно вкусное блюдо. Вы раньше не пробовали такое блюдо? Кстати, у нас есть похожее блюдо, мы готовим. Только у нас оно называется пастушья сумка. И подаем мы ее прямо вот в сковородочке, в которой запекаем. Ах, вот оно как! Смотрите, какая прекрасная, уникальная возможность, друзья мои, прийти в ресторан «Лямус» и попробовать вот такое же блюдо, но с другим названием – пастушья сумка. Ну что ж, я думаю, нам удалось все-таки сегодня удивить и вас, Евгений, ну хотя бы тем, что какой необыкновенный праздник гробницы. Видите, что можно еще пробовать вкусные, сытные блюда. Дорогие друзья, мы, как всегда, рады пригласить вас в ресторан-пивоварню «Лямус», потому что именно здесь вы сможете попробовать уникальные блюда белорусской кухни. В национальной традиции оформлены залы ресторана, и мы все с удовольствием приглашаем вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.